Латвии приняли присягу 72 новых добровольца Корпуса мира США. В Украине организация действует уже 25 лет. На церемонии была посол Соединенных Штатов в Украине Мария Иванович, а за событием следила Маргарита Стецюк. Сперва прозвучал украинский гимн. Затем американский. Два волонтера Корпуса мира США два года своей жизни посвятят Украине. В нашу страну они прибыли 3 месяца назад. Поселились в украинских семьях. Перед важной миссией прошли стажировку. Изучили язык, культуру и традиции. И сейчас я хочу сказать нашим стажерам. Вы это сделали. Вы сделали это. Больше стажером вас никто не зазиватиме. В Украине Корпус мира основан с мая 1992 года. За это время более 3000 добровольцев работали в украинских общинах. Помогали изучать английский, пропагандировали здоровый образ жизни, проводили лидерские тренинги для молодежи и семинары по развитию. 25 лет назад украинское правительство пригласило Корпус мира США к себе в страну. Президенты наших стран договорились, что волонтеры будут работать здесь. И я могу вас заверить, время, проведенное в Украине, будет незабываемым. Эта прекрасная страна борется за свое будущее. Помощь людям – главная мотивация волонтеров Корпуса мира. Уже завтра они разъедутся по разным уголкам страны. Лоуренс Лиам из Нэшвилла отправится во Львов. Я буду работать в старшей школе, буду проводить тренинги по лидерству. Это программа, которая поможет стать более независимым. Я хочу помочь школьникам осознать, что все их мечты могут сбыться, и все только в их руках. Джейкоб Даузер поедет в Полтаву, очень полюбил украинскую кухню. Я люблю украинскую кухню. Моя украинская семья просто закармливает меня. Я люблю вареники, деруны, борщ. Это очень вкусно. А вот Прианка Смит с детства мечтала стать волонтером Корпуса мира. Ее бабушка когда-то тоже была добровольцем. Когда мне было 18, я узнала от своей бабушки, как важно помогать людям. Она стала для меня примером этой помощи. Я всегда хотела присоединиться к Корпусу мира. Мне было все равно, куда ехать. Главное – помогать людям. И я очень рада, что попала в Украину. Ваша страна переживает нелегкий период. Корпус мира работает в 120 странах на протяжении 50 лет. Финансируется за счет американских налогоплательщиков. Организация содействует миру и дружбе между людьми разных национальностей и культур. Маргарита Стецюк, Игорь Каркадым, UATV.